Сейчас покажу вам, что вы получаете в пакете люкс. Первое — это коробочка для флешечки. Тут будет флешка. Тут нужно сделать надпись еще с гравировочкой. Потом фотокнига. Молодые выбрали. Вы сами выбираете обложку. Это может быть кожзам, замш, либо ткань. Вот они выбрали замш. Может быть штильт. Это золотистый штильт, окошко. Может быть все вместе. Может быть фотовставка на полкниги. Золотистые уголочки. Фотокнига идет с пластик, такими твердыми страницами. Вот, в ней фотопечать. Очень стильный дизайн. В фотокнигу входит «Утро невесты», сборы. Мы обычно это делаем дома, либо в студии я предлагаю делать, либо в гостинице, потому что дома не всегда можно красиво сделать. Съемочка была на природе, смотрите, как красиво. Стильный дизайн. Мы не лепим фотографии, не делаем никаких рамочек. Вот это портрет жениха. Красивые портреты в зелени обязательно. Я обычно снимаю в природе, там очень много локаций и выбора мест для съемки. Красивые крупные портреты. На всех фотографиях, которые в фотокниге, делается ретушь. У вас в пакете люкс идет 100 фотографий в отборе. Там будет 100 отретушированных лучших фото. Также делается пластика тела, фигуры. Убираются лишние детали с фона. Все фотографии, которые входят в фотокнигу, весь дизайн с вами согласовывается. Очень классно с машиной получилось. Так, это последняя, да, это стильная такая. И еще что входит? Входит вот такой вот альбом. Очень классно, вот фотобложка, прям она такая глянец, видите, блестит. Можно что хочешь написать. И в фотоальбоме идут страницы, видите, они такие плотные, как в журнале. Ярко, стильно тоже, много страниц. В фотоальбоме можно поместить те фото, которые не вошли в фотокнигу. Допустим, видите, размер фотоальбома идет 30 на 20, то есть в развороте 60 сантиметров, а в фотокниге 20 на 20, то есть 40 на 20, да, в развороте. А в фотоальбоме очень классно компонуются такие снимки. Смотрите, как классно. Он огромный, то есть А4 формат. Так, это дружка. Ничего лишнего. Смотрите, очень еще хорошо, когда у вас свадьба в цветах сделана. Да, вот как у молодых. Красно-белый. Можно взять не обязательно красный цвет. Можно взять два цвета. Либо там синий, серый. Либо оливковый, фисташковый. Стильные фотографии жениха. Утро невесты. Вообще мне так нравится. Вот дизайнер мой молодец. Сделала рамочки. Сюда молодые захотели вставить ЗАГС. Видите, в ЗАГСе обычно фото вот родителей вставляют, общую фотографию. Они еще также заказали два альбома для родителей. То есть родители сами выбрали фотографии.